В Украине задержан депутат Нестор Иванович Шуфрин. Он обвиняется в измене. Ты говорил, нужно вывести войска с востока Украины, а они херячат наши города, разрушают все на их пути. Ты предлагал перестать стрелять. Говоришь, хотел, чтобы остановили войну. А каким образом? Возмущался украинский военный. Шуфрин, в свою очередь, оправдывался. Мирные города сейчас, Паша. Смотри, что я сказал им. Они херачат наши города. Ты что говорил? Войска отвезти нужно. Какие? Наши с востока, блядь. Наши с востока? Да, я сказал, что должна закончиться война, и ребята должны вернуться домой. Ребята должны вернуться домой, да? А каким, блядь, образом закончить войну, ты говоришь? Или говорил, а? Кто способ, чтобы сюда? Какой способ? Отвести войска через них? Нет. Да, блядь. Я... Перестать стрелять, блядь, отойти, нахуй. Нет. Так ты говорил. Нет, я говорил по-другому. Да, ты так говорил. Я говорил по-другому. Ты так, блядь, говорил. Я говорил по-другому. Ёбищество.